День добрый, друзья! Это будет короткий урок, затрагивающий тему теней и брашей. Допустим, у вас есть браш, который неправильно или вообще не отбрасывает тень. В этом случае нам придет на помощь служебная текстура Block Light. Она блокирует прохождение света сквозь себя. Покрываем ею наш браш таким образом, каким мы хотим видеть будущие тени. И вот, после компиляции, идеальная реалистичная тень. Чтобы улучшить качество тени, не забудьте у пола изменить переменную Light Scale. И напоследок, если бывает так, что браш, который не должен отбрасывать тень, ее отбрасывает, превращайте его в Fun Brush и в свойствах выберите Disable Shadows. Спасибо за внимание. До новых встреч!